Вот сейчас вам, дорогие женщины, у нас сюрприз. Теперь мы уже пели на русский язык. И теперь мы будем петь на испанский. Это особая песня, которую я сочинила несколько лет назад. И там говорит про любовь родительский любовь. Когда у нас каждая мама, каждый папа есть такой родительский любовь, которые у нас есть для наших детей. Мы даем все для наших детей. Все, что они выросли, как хорошие, настоящие, близкие девочки и мальчики. И мы знаем, что на какой-то момент они должны улететь. Они должны уйти и подбирать свою дорогу в жизни. И для этого это наша задача, что они нашли свою дорогу, и мы, дай Бог, молимся каждый день, что они нашли хорошие, настоящие, близкие дорогу. Давайте эта песня у нас будет петь вместе со мной. И надеюсь, что вас понравится.